тусовка была, несмотря на свою разнородность, она была как бы сфокусирована очень четко вот в одном направлении, да. Все однозначно были объединены одной литературой, это я точно говорю, да. Все однозначно были, например, в плане изобразительного искусства тоже объединены одним. В плане кино абсолютно однозначно там. Все смотрели Вендерса и Гринвея, да, и это как бы был такой вот знаковый момент, да. Вот. Ну, может быть, одевались с нюансами, но тоже те же объединщики, они в это время было модно ходить в казаках, да, то есть казалось бы, традиционная одежда рокобилов.